Итак, приветствую всех. Сегодня мы запишем клик-трек для барабанщика или чтобы нам записываться в студии. Как это делаю я? Значит, для этого нам понадобится вот эта программка. Она у нас будет в описании. Мы сюда загоняем просто любой. Так, давайте заново откроем. Вот она чистая. Мы берем ту песенку, на которую мы хотим создать клик-трек. Звук метронома. Вот определился ее темп. Дальше мы открываем нашу DAW, в которой мы работаем. Здесь выставляем в BPM, выставляем тот темп, который нам показала программа. Вот у нас поменялась сетка. Дальше мы заходим и уже закидываем ее сюда. Темп должен совпасть с сеткой. Давайте посмотрим. Да, вот видите, то есть вот эти пики абсолютно совпадают с сеткой. Дальше что мы делаем? Ну, также мы можем сейчас послушать метроном, в принципе. Вот, включаем. И он, естественно, подходит. Вот. Но этот нам метроном не нужен, так как в этой программе мы его не можем записать. В Sonar и в Pro Tools это организовано по-другому, и там это делается легко. Так, значит, что нам понадобится? Понадобятся звуки метронома. На первую долю поставим этот, на вторую вот этот. Так, выключаем метроном. Почаще. Вот так, да? Так, дублируем. Ой, не по сетке поставил. Вот. Просто ставим по сетке и все. Можем вот так его склеить. Зажмем Alt, подтянем вот сюда. И зажимаем Ctrl D. И у нас все. С легкостью разбиваем его на весь трек. Дальше мы получаем трек. С управляемым по громкости метрономом. Можем направлять его на любой канал, который нам нужен. Только барабанщику, например. В общем, можно с этим делать все, что угодно. Дальше мы отдельно его сохраняем просто. Как песню, как WAV файл. И у нас получается отдельная дорожка с клик-треком. В общем, надеюсь, все понятно. Всего доброго. До скорых встреч.